Факт неоспоримый. Дельные советы лучше любой рекламы. И побывав в новом шинном центре Вианор, что на Советской 160, на автора нашло дельное воодушевление. Знаете, что я больше всего ненавижу в жизни? И чего я больше всего не люблю? Это человеческая глупость. Но в итоге сам иногда ее совершаю. И сегодня вот совершил. Потому что братец мой, который купил автомобиль очередной, позвонил мне и спросил: Алексей, а куда мне приехать купить диски? Ну, потому что штатная у него на 13, а зимнюю резину, а на улице выпал снег, и вот летнюю дополнительную ему привезли на 14. Ну, японская машина, дешевая бушная резина. И что я ему посоветовал? Балбес, я посоветовал ему поехать на рынок. Надо было ехать сюда, на Советскую 160, в шинный центр Вианор. Потому как здесь количество дисков, ну, просто потрясающе. Как вы думаете, сколько их здесь? А если я вам назову цифру 500? А может быть, даже больше. Впечатлило? Вот и меня впечатлило. Не знаю, как вам, а мне лично интересно посещать картины и галереи. Да еще и с возможностью приобретения произведений искусств. А это и выставочный центр, и галерея. Я внимательно смотрю телевизор и слежу за работами коллег. И, кстати, те, кто работает в новостях, я их тоже уважаю. И последняя работа коллег – это было за впечатление пресс-конференции и общения нашего нового президента и президента текущего, то есть Владимира Владимировича Путина. И когда господин Зюганов сказал, что пора бы пенсию поднять к 9000 рублей, а Владимир Владимирович сравнил с теми 90 рублями, которые были раньше, Владимир Владимирович сказал, что на те вот 90 рублей, то есть на 9 тысяч, что ни тогда ничего не купишь, что и сейчас фиг купишь. А вот автоград решил его заразить. И, допустим, на 9 тысяч рублей, да вполне легко, можно купить полный комплект замечательных легкосплавных дисков в шинном центре Вианор. Ну и к удобству. Ну не хочу я ехать на левый берег, ни еще куда дальше, и даже за типа низкими ценами. Когда здесь можно подобрать оптимальный комплект. Ну теперь по сути событий. Все-таки Вианор — это фирменный нокиановский шинный центр. И, соответственно, в моде лета я недаром, подготовился к лету и скинул шкурку. Так же, как Вианор скинул цены на шины Nokian Haka. Вот, допустим, Nokian Haka диаметром на 14 вместо 1950 рублей стоит 1720. Заметная экономия. А вот если что-то посерьезнее, то вот уже, наверное, на Skyline, да, тоже приятно. От 5500 рублей осталось 4900. И при этом давайте теперь поговорим о самой Haka. Это идеально подготовленная для лета резина. Если когда-то Nokian была лидером в производстве зимней резины, то вот сейчас, пожалуйста, целая линейка Haka подготовлена для того, чтобы вы себя чувствовали уверенно как на большой скорости, так и при сильном дожде. А теперь о вещах душевно приятных. Не знаю, как вам, но зная, что здесь мне комфортно, уютно, а еще и подарками одарят, выбираю для себя Вианор. Все мы живем в одном доме, имя ему планета Земля. Все мы живем в одной многоэтажке под названием Россия. Все мы живем в одной квартире под названием Магнитогорск. В этой квартире есть телевизор, и в этом телевизоре есть свой настоящий домашний канал. И программа «Автостоп» выходит сейчас на домашнем, потому что где еще и когда вы можете просто и спокойно, без рекламы, пообщаться с вашими любимыми ведущими и с нашими любимыми торговыми центрами, которые потихоньку, не спеша, но планомерно развиваются, становясь все крепче и краше.